Без скальпеля и крови. В областном центре специализированных видов медицинской помощи впервые сделали бариатрическую операцию по продольной лапароскопической резекции желудка. Попросту говоря, пациенту с гиперизбыточным ожирением уменьшили объем желудка. Особенность операции заключается в том, что она была выполнена без разрезов. Лишь через небольшие проколы выполнялись все хирургические манипуляции. Необходимость в оперативном вмешательстве была обусловлена тем, что 40-летний мужчина практически не мог вести обычный образ жизни, так как его вес достигал 160 килограмм и приносил всевозможный дискомфорт. К тому же разрастался букет сопутствующих заболеваний. Врач-хирург Андрей Чавга, который проводил операцию, своим результатом доволен. Его жизнь после этой операции изменилась кардинально за один день. На данный момент, через 3 недели после оперативного вмешательства, он похудел на 16,5 килограмм. У него появилась тяга к жизни, желание жить. Мы за него рады. После операции форма желудка пациента приняла форму вытянутой трубки. Такое состояние позволит мужчине потреблять небольшое количество пищи, при этом не испытывать чувства постоянного голода. Сам Дмитрий признается, что стремительный набор веса произошел за последние 7 лет. В этот период мужчина поправился на 40 килограмм. Не скрывает, что были погрешности с питанием. Съесть сковородку макарон за ужином было в порядке вещей. Сегодня мужчина питается 5-6 раз в день, но каждый прием пищи не превышает 150 грамм. Перестройка пищевого поведения дается нелегко. Тяжело, очень тяжело. Что вот, какой процесс ломки вот этот? Какие испытываете чувства? Хочется еще чем-нибудь взять, пойти сходить. Чем-нибудь еще. А все, желудок не позволяет, он уже полный. Стремительный набор веса пациент списывает на гормональный сбой. Спустя полмесяца после операции мужчине удалось сбросить первые ненавистные килограммы. Сегодня он уже весит 144 килограмма. Конечная цель Дмитрия – 96 килограмм. Мы договорились с ним, что наш телеканал будет следить за тем, как меняется его облик и преображение. Продолжение следует. Антон Никонов и Герман Баранов, Улправда ТВ.